Вот смотрите, что там висит, друзья. А я вам еще не могу показать полностью. Видите, черные местечки еще. Вот на днях заполню и все покажу. И вы узнаете, что это такое. Хотя сейчас вы можете там прочитать. Информационный стенд. Там, кстати, вся информация для токаря. Тупого, как я. Все, пока близко не буду подходить, боюсь. Там не все еще. Вот сейчас допечатают мне последние две штуки. 2,5. И я все приклею. И вам уже полностью все покажу. Осторожно подходим к этому стенду. Видите? Он называется информационный. Я его закончил. В соавторстве с Марией. Лучшая женщина нашей конторы. Вот видели, все, что нужно, это вот инструкции. Так, или я уже говорил, я не помню. Ну, повторюсь, повторение – мать учения. Это ТТД токарного станка 16К20. А вот это основные виды токарных работ, поняли? Это для тех, кто не знает. А вот это классификация резцов, а это виды резьб. А это ой-ой-ой, это тоже. Вот, смотрите, друзья, я вам все показываю. Ничего не стесняюсь показать. Смотрите, пожалуйста, смотрите. Вот нормальный токарь должен иметь вот такой информационный стенд, потому что дурное в голове держать, ну просто не надо. Это лишнее, голова может разболеться. Поняли? Поэтому я вот пришел к выводу, что лучше, если я хочу отверстие вот под резьбу 3, вот я подойду и посмотрю, 2,5, поняли? А стержень сделаю 2,94. Понятно? И все. А в голове бы я это не удержал, нафиг оно мне надо. И вот про конуса тоже. Представляете, все размеры морзи. А вот как формула конусности, понятно? Все. А зачем бы я ее держал в своей тупой голове? И так там места мало. Поэтому все, друзья, вот и вам рекомендую, если кто захочет, сделайте вот такой вот информационный стендик. Я еще хотел сюда тангенсы, таблицу тангенсов, но места не хватило, видите? Маловато места. Ну ладно. Тангенсы, обойдемся без тангенсов. Правильно? Все, друзья. Спасибо за внимание.